что у нас здесь? Ну, Томпсон Фабиан, огромная карта. Ну, нахрен я сомневался. Ой. Взял мемента. Вообще взял по фану, хотел помементить на третьей стадии, типа за свинку с капканчиком. А в итоге, похоже, придется без фанчика мементить всех на первом повешении. Ну, привет. У тебя есть баланс лендинг? Ты его здесь не активируешь. Всегда, когда я отсюда спрыгивал, всегда абсолютно баланс лендинг не срабатывал, если что. Ну да ладно. Ну ты за это поплатился. Так, снимаем палету. Билл там наверняка дальше заводит, поэтому. Бля, вот так убирать не надо. Я не хотел сейчас. Я хотел повернуть камеру. Ну, моей вины нет в том, что геник заведен. Это уже не моя вина. Ты ебучий тупорылый игры. Я его услышал каким-то чудом. Что он тут? А, это Дэвид, я думал, это Билл. Там кто-то еще идет спасать. Я побегу за Мэг. Не хочу туннелить. Ну, типа, я просто зашел спокойно поиграть после уебищной катки за клоуна, который от меня не зависела победа или поражение против команды. Но здесь вроде как кажется. Он повезло, он не соимился удар. Двайт быстро снимет. Он сейчас по всем капканам побежится, потому что они далеко. Дэвид похилился, потратил аптечку, скорее всего. Хотя он так долго хилился, что я предположил бы, что он с махилом хилился. Ну прям реально очень долго. Он когда хит получил. Еще там, еще до снятия Двайта. И только сейчас похилился, когда я ему уже вешал в подвал. Такое себе. Кстати, было бы барбекю, я бы узнал, где Двайт. Но у нас Билл чисто рашера палет. Вопрос, где они заводят? Я не вижу. Он просто стал убегать? Или что? Да. Я по-прежнему не могу, блять, увидеть. Я вижу только следы. Я не вижу силуэта. Вот, вижу Дэвида. Наконец-то. Спасибо. Сразу по ним туда встречать. А они еще и хилятся походу. Бля. Ладно, Мэг мы замементим, наверное. Охо-хо-хо. Мэг думает, я не знаю, что она типа в подвале, но я-то знаю. Рашим. Идеально. Мэг сейчас, скорее всего, побежит к тому капкану, который... Не капкан, а это... Ну или как эта хрень называется? Это не капкан? Коробка вот эта, с ключом. Угу. Но я знал, что она так сделает. Это было очевидно, что она побежит дальше, потому что доска продана. Хотел сделать так называемый mind game, только она что-то доску сразу скинула. Даже не думая. Ой, хорошо, что она хоть осколком меня не ударила. Так, Билл тоже не снял еще капкан. Они не завели геник еще ни один. Это плохо. Не понял. Билл очень неопытный. Этот чел точно не в пати с ними. Зато осколок есть. О боже. Это смешно. Всегда было забавно с того факта, что вот такие челы берут. Вот тут. Чел, ты им сейчас против капкан, ты ж понимаешь. Ладно, я, наверное, брошу. Не, это очевидно глупо.
Отлично. Догнали от генника. Ничего, ничего, пусть они снимают эти капканы, тратят на это время. Ничего страшного. Мне наоборот нужно выигрывать время. Вот давай, ты вообще не туда бежишь. Немножко я стрейфанулся неправильно. Ну ладно. Я сам себя обманул. Зачем я что-то начал крутить? Умри, блядь. Какой ты там, ты, блядь, крутить ты даже не умеешь. Я сам себя закрутил, непонятно зачем. Так, кого мы можем замементить? Мы можем замементить Мэг. Мы можем замементить... Больше не знаю кого. Так, они опять пошли там. До генника докапываться. Я не дам. Да. Ну, орех у него сработал как надо, только он неправильно его использовал. Моя ланж-атака просто длилась больше, чем его рывок. Ему нужно было сделать это или раньше, или позже. Ну, короче, чтобы моя им ушел в воздух. Так можно сделать. Я не очень следил за стадиями, у кого какая. Поэтому... Тихо-тихо-тихо-тихо. Повезло. Я бы сказал, даже слишком. Дважды повезло. Бывает. Ебать, это что за баганые следы? Это кто-то другой побежал, это точно не Мэг было. Окей. Я потерял ее следы полностью. Не знаю, каким образом. Ну ладно. В принципе, можем начинать мементить. Пусть думаю, что мы сейчас с этой стороны побежим. Амруп. А, у него же этот... ловкое приземление. Но я его все равно здесь хитну на этом круге. Хорошо. Не понял. Меня порча сломали. Ох. Свинки самая быстрая мемента. Обычно оно длится 10 секунд, но у свинки около 9 или 8. Ту-ру-ту-ту-ту. Там генник же не откатывается, надо идти его самому откатывать. Ну, кстати, он откатился очень сильно. Руин здесь хорошо постоял. Но он постоял хорошо только потому, что они его почему-то не искали. А если искали, то делали это очень плохо, потому что как его можно в полях там не увидеть? Это же глупость. Такой себе треугольник. Вот этот вроде как неплохой. Этот слишком длинный. Вот это где? Стой. Так, мне за этой аурой показалось. Ну ладно. Показалось, что там кто-то прошел шагом. Ой, где теперь всех этих красавцев искать? Не знаю, что их искать. Они сами придут. Генник сразу отправляем на регресс, потому что... А зачем он нам? Да-да, чел, я уже за тобой. Беги, беги, беги. Она в палете осталась или... Ага, дальше побежала. Я так и подумал, что она не побежит почему-то в эту палету. Какое-то прям предчувствие. Чуечка. Да, Мэг. Идем сюда. Ореха у тебя же нет? Нету. Так, у тебя третья стадия, прости. Ничего личного. Так, если что, мы Двайта не мементим, а ищем вообще желательно Дэвида, и Дэвида вешаем. Сейчас вернемся к генику, посмотрим, что там как. Искры. Есть. Значит, не заводили, что очень логично. Опа, привет, Дэвид. Продашь доску? Молодец. Глупо было прыгнуть в это окно, оно тебе ничего не дало.
Ну, как думаете, ему хватит смелости завести ген? Вот объясните мне, куда, блять, каким образом он просто пробежал сквозь меня? Что это? Его не было, не слышно, не видно. Понимаю. Ну это было логично. Два. Ну ладно. Это было быстро. Земля пухом. Че, я хотел мементить именно на третьей стадии, но я просто... Я потерял счет. Мать, я точно повесил два раза. Два это вроде бы тоже, кстати. Быстро получилось. Ну, здесь хотя бы не генрашили. Ой. Так, наконец-то мы выполнили этот архивный квест. Этот баг, походу, до сих пор присутствует. Который не отображает перки и подношения. А вот предмет отображает. Был всего один осколок, стояк, осколок заубил. У него тоже был этот. Было тоже ловкое приземление. Понимаю.